Всем привет! И чё вы думаете, я такая сегодня нарядная, красивая? Потому что у моей внучки Настеньки сегодня день рождения. И мы собрались сегодня. Вот, это уже, наверное, дочка меня зовет. Должна дочка за мной заехать, и мы поедем к ней. И туда уже подтянется и сын с невесткой, и внучкой. И, может, еще и сестра моя подъедет. В общем, хотим сегодня собраться с семьей, соскучились друг за другом и отметить скромненько день рождения Настюшки. Ну, все это действительно была дочка. Написала мне уже, что она подъехала, и я спускаюсь, иду к ней. Денечка, скажи, бабуля. Бабуля. А, Тимой, скажи, бабушка, я тебя люблю. Я тебя люблю. Я за тобой соскучилась. Ты мой зайчик. Ты. И я за тобой соскучилась. Ты сладкий мой. Все. Доча выскочила в магазин. А мы уже подъезжаем уже к дому к ее. Подарок уже ждет именинницу. А именинница уже на подъезде, да? На подходе именинница. Вы мне пишете, почему так долго к дочке не ехала? Ну, карантин же, как же, как же, карантин. Поэтому не ехала. Но мы общаемся по телефону. Денечка мультики смотрит. Так, сейчас приедут наша родня, и тогда мы столик накроем. Пока что варится картошка и курочка в духовке. Ты не надо это говорить. Еще смотри, что еще. Это будешь рисовать. Еще доставай, что там есть. Ты как это, слышишь? Замутила. Именинница распаковывает. Блокнотик. Он подарок. Еще пахнет шоколадом. Сестричка, скажи всем привет. Привет. Смотри, есть сестричка. Ага. И ты вот эти маленькие. И вот этот маленький котенок. Котика такое. Котакуля такой. И Терезочка маленький. Давай вот так вот. Все. Ладно, у вас и так кто-то снимает, ладно, пошли. Так, нам надо поставить стол посередине и, в общем, резать на стол накрывать. Сколько помощников, просто прелесть. Не, ну все что-нибудь делают, что-нибудь кто-то что-то режет, кто-то что-то там, кто-то что-то делает. Вот. Это еда, блин. Дети там, он что-то, что-то тут играет. Это одежда. Одежда, где? А руки не сделать. Бабуля, чем? Он все-таки так рисовал, красивые картины всякие. Я ему решила кисточки взять. Ой, чпок, смотри. Любимая дева. Ну да. Да, вот это, а мы с одной рукой. Ребенок рисует. Так, ну все, стол накрыли, все голодные уже, давайте. Кушать скорее садиться. Кто тут сидит еще? Кто там сидит еще? Все. И вот будешь меня на столик, я посадила. Все, вся моя родня. Вся моя родня в сборе. Племянница, Катюшка, Наташенька моя. Это кума Наташина. А вот именинница Настюля. Скажи, Настюля, всем привет. Привет. Так, Дыня там что-то жует, Тимур что-то там уже жует. Все, садимся кушать. Мы с сестренкой решили сфоткаться. Ну вот пытаемся тут сфоткаться. Ты фоткаешь или видео? Нет, у меня видео. А из видео я фотки извлеку. А, ну да. Фотографируйте. Смотри, маечку. Слушай, нам надо, чтобы свет был. Смотри, мам, оказывается, мы маечку под кепочкой, слышишь? Да. У кого что, ты говоришь, снимаешь, что ли? Я снимаю видео. У меня. Давай. Happy birthday to you, happy birthday, nice coach, happy birthday to you. Дунь, сильней. Мама! Давай,
Настя. А, с Дэнни? А. Happy birthday to you. Так, тортик уже начинают детки растягивать. Пять лет, внучки. Ну вот, мои хорошие, я приехала домой. В гостях хорошо, а дома лучше. Посидели, видите, вот так спонтанно собрались. Ну, по крайней мере, повидались, давно друг друга не видели. Вот, коронавирус, не коронавирус. Видно, этот коронавирус уже психологически всем надоел. Ну, мои собрались и все. Я вместе с ними собралась тоже. Сейчас умоюсь, буду отдыхать. Не могу, глаза болят уже. Ну, хотела быть сегодня красивой, поэтому, видите, я подкрасилась. Мы там фоткались с сестрой. В общем, все рады, все довольны. Все хорошо. Все, отдыхать буду. Всем доброе утро, мои хорошие. Ну вот и прошел день рождения моей внучки вчера. А сегодня уже следующий день, и я собралась монтировать уже это видео. Вообще, вот вчера был такой день, я сама была в гостях, поэтому я не знала заранее, что вообще придумали мои ребята, что они там задумали. Я знала, что я еду в гости, меня дочка забрала, сын обратно привез, я даже вчера за руль не садилась. Собрались вчера спонтанно. Вообще, день рождения у внучки, меня сын всегда отмечает грандиозно. Они обычно что-нибудь там арендуют, потому что друзей и родственников много, а квартирки маленькие, и поэтому обычно они снимают, арендуют что-нибудь. Но так как сейчас у нас карантин, возможностей таких условий нету, поэтому они решили собраться у дочки родственниками, ну а потом они посидели уже у себя дома с кумовьями, с друзьями своими. Но мы у дочки собрались ненадолго, потому что кто-то был после работы, все это ненадолго, буквально там на пару часиков. Поэтому быстренько-быстренько, спонтанно, в общем, конечно, не грандиозный стол, как получилось, так получилось. Но самое главное, что мы увиделись, повеселились немножечко, поздравили внучку и разъехались. У меня не было возможности много снимать, поэтому поснимала я совсем чуть-чуть. Ну, а чтобы совсем чуть-чуть уже вам тут не выкладывать, я решила в это видео добавить некоторые кадры из прошлого, где внучке там несколько месяцев, где чуть-чуть побольше, вспомнить, как мы отмечали день рождения, когда ей был годик. Кстати, была хорошая погода, отмечали день рождения на Дону. Дочки тогда в Ростове не было, она еще в Москве была. Тоже тогда арендовали веранду, организовали шашлык. И, в общем, и волейбол ребята поиграли, и много собрали друзей, кумовьев, я не знаю, там много было, большой был стол, было много людей. И девчата были там со своими детишками маленькими тоже. В общем, весело, весело, здорово, была хорошая погода. Ну, а сейчас у нас и погода плохая, и у нас уже нет возможности в связи с карантином арендовать никакие помещения. Поэтому вот так вот и отметили. Ну, все равно, хоть как-то отметили, встретились с родственниками, увидели друг друга, соскучились. А сейчас я хочу вставить некоторые кадры. Я тогда еще не была блогером, поэтому я тогда не снимала особо видео, больше так фотографии снимала, но несколько кадров небольших у меня есть. Внучку мне иногда оставляли. Ну, когда сыну невестки там иногда хотелось в кино сходить, они иногда внучку оставляли мне. Настюшка любила смотреть в зеркало. Она когда маленькая была, она очень любила в зеркало смотреться и кривляться там. И вот несколько месяцев еще маленькая, она еще даже не ползала, на животе лежала. Она подползала к зеркалу и кривлялась там. Я вставлю сюда маленький кадрик, посмотрите. А сколько у тебя платье? Не могу сказать тебе об этом. Подписал соглашение. Но это очень много денег, приятель. Подожди-ка, приятель. Мои новые агенты разрабатывают новый контракт с самой гребаной Ютой. Юта? Да, старина, объединенное актерское агентство. Ютей! Я просто называю это Юта. Ютей, это...
здесь. Тебе обрезали ухо или что-то там. Это было давным-давно. Это отличная новость. Ну как вам? Правда забавный ребенок? Ну смешные кадры. А еще чуть-чуть побольше. Она была и вот на день рождения у моей племянницы. Музыка заиграла веселая. Настюша сидела в кресле. И вот она там уже пустилась, можно сказать, сидя в пляс. Но она нас рассмешила, позабавила. Вот еще один кадрик, посмотрите. Я снимаю. Мама, что, тоже зажигает? Я люблю, давай, что, она так зажигает. Ну как, рассмешила она вас? Вот. Ну, а сейчас я хочу вставить еще несколько кадров, где на Дону ребята жарили шашлык, девчата накрывали стол, потом ребята в волейбол еще поиграли, и там даже я сняла немножечко Дон. Вы просили у меня, чтобы я вам Дон показала, и там как раз вот есть несколько секунд, где я показываю Дон, закат красивый. Вот посмотрите, как было здорово у нас. Вот мы на Дону, тут у нас беседочка вот такая. Вот девочки стол накрывают красивый. Вон они, девчонки. Зинуля, помашите, тетя Надя. Привет! Вот. Привет! 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 Так, вот тут не пойду, да? Застеснялась. Наша именинница. Вот они. Наши а нам микрофоном колбу. Ветки. Тут еще у нас колясочка. Там шашлычок делают мальчики. Фотография плохо получается. Она темная. Это маленькое видео. Не, это видео маленькое снимаю. Снимаешь? Привет всем! Привет, всем. Привет. Надюхи, скажи. Привет. Надя, привет! Мясо пропадает. Мясо, да, смотри тебя. Сколько. Надя, вот зря тебя тут нету. За тебя пропадает мясо сколько, смотри. Давай, это самое. Красота какая. Классно. Ребята волейбол играют. Вот где, мам. Ура! Кричат! Ура! Надеюсь, вам это видео понравилось. Ну, а в прошлом году арендовали игровую комнату. Я туда, правда, пришла, я долго не была, потому что я от этого шума, конечно, голова у меня взрывается. Но я немножечко поснимала. И видео уже с днем рождения 4 года, когда и было, я видео выкладывала, его можно найти. Мне уже труднее найти эти кадры, чтобы сюда их вставить. Но большое помещение было, игровой зал, там и стол накрыли, и, в общем, поздравления сделали, шары, в общем, все было красиво. И детям было хорошо поиграться там, и взрослые могли посидеть за столом. Ну и в конце, если мне удастся, я вставлю фотографию, где Настюшке год. Ну а на этом я хочу свое видео закончить. Видео коротенькое. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. И до новых встреч. Пока-пока.